становилось ясно, что даже такие могущественные державы, как Советский Союз и Соединенные Штаты Америки, не в состоянии в одиночку осилить гигантские затраты, необходимые для изучения космоса. Гораздо разумнее было объединить усилия. 15 июля 1975 года в 15 часов 20 минут с космодрома Байконур стартовал корабль «Союз-19», пилотируемый Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым. В 22 часа 50 минут с космодрома на мысе Канаверал запущен «Аполлон-18». На его борту находились Томас Стаффорд, Вэнс Брандт и Дональд Слейтон. 17 июля корабли сблизились для стыковки. На смену гонке приходило время сотрудничества.